Всем привет, друзья! Сегодня готовим постные кексы, их еще называют чайные кексы. Это бюджетный рецепт, он отлично подойдет для тех, кто сейчас постится. Также их можно сделать в форме большого пирога. Все ингредиенты вы найдете в описании под видео, а мы начинаем готовить. Для начала заварим крепкий чай. Я возьму пакетированный, можно взять любой ваш любимый. Заливаю чай кипятком и оставляю настояться. Теперь смешиваем теплый чай и сахар. Размешиваем до растворения сахара. Добавляем варенье. Я добавляю черносмородиновое. Подойдет любое с ярким вкусом. Добавляем растительное масло без запаха и всыпаем муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто. Оно по консистенции напоминает кексовое, классическое тесто. Теперь заполняем формочки на 1/3 теста. Можно сделать в одной большой форме для кекса. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовым кексом даем остыть, посыпаем сахарной пудрой и зовем всех к столу. Напоминаю, что рецепт будет в описании под видео, там же вы найдете ссылочки на другие мои социальные сети, и там же будут ссылочки на другие мои рецепты. Встречаемся с вами в комментариях и в следующих видео. На этом у меня сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока!